позырила и натырила, я могу сказать, что минут 1200-300 могу поднять товарооборот своего пункта выдачи, потому что есть над чем работать, есть что поменять. Все сказали? Да. Все, вот это самое главное, что каждый сказал. Держите это в голове, и тогда каждый клиент будет доволен и будет благодарен за то, что вы есть вот с нашим пунктом выдачи.